Девочки, всем привет. У нас обед. Мы на даче. Я заболела. Ой, прям сейчас смотрю в окно, только встала. Времени, наверное, часа два уже. Но нужно собраться. Нужно собраться. Смотрите, какие яблочки. Как красиво. Я как раз лежала, и вот в это окно мне было видно эти яблоки. Мне напомнило новозыбков. Очень классно. Погода нормальная, ну, моя любимая, как бы, да. Ну, ветерок поддувает, солнышко выглядывает. Цветы, флоксы, розы, видите. Тот куст роз, который бордовый был, я его обрезала. Ну, бутоны, которые цвели. И, в общем, там еще завязываются новенькие. Кабачки цветут, огурчики начинают цвести. Сходим мы с вами. Девочки, собиралась встать. Говорю, надо хоть влог снять. Спасибо большое вам всем за поздравления. Вообще за все. Говорите, что меня потеряли многие. Девочки, вот я заболела. Заболела я, на самом деле, на второй день после дня рождения. Я монтировала вот видео с дня рождения. У меня замерзли ноги сильно. Но было уже поздно. И я уже думаю, добью, добью, добью. Вот добила. Сама себя. Вот у меня, короче, насморк. Поясницу мне, видимо, надуло. А так все хорошо. А, ну кашель. Таблетки от кашля Леша мне вчера купил. Когда мы сюда ехали, я сходила в аптеку. В общем, вот. Девочки, Алеша вот здесь вот зашивает. Все руки не доходили. Вот здесь вот зашивает. И все. А, и на окнах откосы зашьет. Бега устроили, и вот откосы тоже надо сделать. Короче, девочки, я подумала, что у меня упадок сил, и нужно восстанавливать свои силы. Заварила себе чай, сделала бутерброды с маслом, с хлебом. Вот сейчас я думаю, что я поем. Ну, я давно не ела. Я спала-то 12 часов, представляете? У меня вот, я говорю, все болит. Сейчас мне будет лучше. Не хотела себя показывать. Возможно, покажу, девчонки. Сейчас созрею. Возможно, покажу. Вот таблетки от кашля. Специально здесь так лежит. И редиску сегодня надо посадить, кровь из носа. Так что специально здесь тоже, чтобы мне перед носом мозолило глаза. Вот. Так что мне приятного аппетита, девочки. Ой, прямо сильно есть хочу. И вам всем, кто сейчас будет кушать, приятного аппетита. Hello. А что ж, не надо так делать. А я завтракаю. О, господи. Что, сын мой? Когда я я и пал. Да? Ты руль-то переверни. Неправильно. Что я тоже упала. Никто не катается на этом велосипеде. Мандаса тоже упала. Да, что же упала? Я сзади Вот ты на этом велосипеде? Нет. Это для двухлетнего ребенка велосипед. Двухлетнего. Ну и что, ты по-умному поступаешь, что ты сейчас так делаешь? Скажи мне. По-умному. По-умному, да? Я так не никогда. Все хотела показать. А стельбочка, вы писали, да, что типа обрежь ее. Я знаю, но и не стала, мне жалко. Я думаю, что в следующем году все нормально будет. А клещевина эта так и не растет. Да и больше не буду, жалко. Жалко, что не растет. Но здесь земля такая была прям каменная. Она не сухая здесь. Здесь, ну, как бы достаточно сырости много. Но каменная. Смотрите, сколько крыжовника. Арсений вчера бассейн сдул. Ну, маленький. Большой стоит, маленький. Так красиво. Так красиво, девочки. Я еще не позавтракала. Я в процессе. Я бы стала немножко разбираться с ними. Вот здесь вот будут цветы. Вот тут оранжевые, красивые. Не бузутник ли это? Я не знаю, как называется он еще. Как называется этот цветок. Как я люблю флоксы, девчонки, вообще. Вот они в июле цветут. Если их посадить по всему периметру, да, разные. Вот это вот, вот это и вот это разные цвета. А вот беленькие еще. А вон там, вот тут вот, тоже другой цвет. Видите, они попозже даже раскрываются. Распускаются. Картошка, картошка. Смотрите, здесь два вида картошки, девочки. Вот это один вид. А вот эта, которая выше, это другая. А помните, я говорила, что я разрезала картошку
там, где глазки эти были, разрезала. И надо было пару часиков ее посушить. Ну, я 2 дня. Ну, все нормально зашло. А вот эта, она была очень мелкой, нам дали. Вот она длинная такая вот. Длинная, высокая. И растет. А вон там у меня кабачок большой. А почему я его не срываю? Потому что были поменьше. Если на решетке делать, проваливаются. Мы решетку другую купили побольше. Размером побольше, а деление между... Ну, в общем, короче, он проваливается. И вот он мне нужен, сегодня сорву. Здесь еще. Вон. Мне уже даже страшно, сколько этих кабачков будет, девочки. Представляете? Огурчики там начинают зацветать. Только будут ли они в этих зарослях? Не понимаю я. Что? Что? Ничего? Ну, играй. Как прям флоксом пахнет, девчонки. Так вкусно. Прям вообще. А вот эти вот вчера вечером еще не это, не расцвели. Вот у меня утро началось. Вот я вместе с вами встала. Ну, вернее, вы вместе со мной. Я вас с собой сразу же взяла. Помидорки, помидорки. Покупайте помидорки. Прямо смотрите их сколько. Видно? Ну, я не знаю. Я не знаю. Ай, как вкусно пахнет. Что с ними делать? А я имею в виду, в каком плане, что с ними делать? Вы мне скажите, пожалуйста, их нужно оборвать и положить на окно, чтобы они созревали? Или пусть они так и на ветке, ну, здесь растут и растут. Созреют они. Вот я вот это вот не очень понимаю. Вообще классно. Классно. Небо голубое. Даша, а где Лиза? А Лизы нет. Лиза, наверное, дома. Розочки. Неудобно? А ты в курсе, что у тебя башмаки неправильно обуты? Я знаю. Знаешь, да? Ясно. Вот весело, хорошо. Футболки зато в башмаках чуть ли не зимних. Сырые ноги. Дождь был ночью, с утра? Ой, хорошо, душевненько. Сын мой, ты хоть держись, там сидишь. Да, неудобный велосипед, неудобный. Это я сама лично выбрала, и Коля дарил Арсению на 2 годика. И он вообще, Арсений ни разу на нем не ездил, потому что, ну, неудобный велосипед. А вот сейчас достали, вот Федя ездит. А, девочки, про детскую. Сейчас я вам расскажу про этот спортивный комплекс. Вам не страшно? Да я же только что видела. Все, хватит, Даша. Федь, держись. Держись, сейчас будет. Ага. Прикольно? Мама, меня. Так вон, Даша тебе только что делала. Мама, меня. Что у тебя? Меня. Он увидел, как Арсения Даша раскатала. Федя такой: Арсений, круто. Арсений, круто. И меня тоже. Сейчас кепка слетит. Николя, хочу закончить. Я убью Кьюта! Мы его ударим! Скажешь, когда хватит! Я бы ударил! Скажешь, когда хватит! Хорошо! Скажешь, когда хватит, хорошо? Хорошо! Нет, ты почкаешь там! Сейчас Даша отжималась, молодец. 5 раз отжалась. Они играют, короче, кто крайний там не успеет залезть, тогда исполняет какое-то там желание, или как там. И, короче, Даша отжималась, молодец. Но я не успела это показать.
В общем, девчонки, наконец-то они ушли немножко прогуляться. Что хотела сказать. Значит, это не реклама. Мы покупали этот детский спортивный комплекс сами. Специально на день рождения Арсению. Мы думали еще в прошлом году, ну, примерно о таком, не о таком. Я хотела качели, но я не знала, что существует с двумя качелями. Короче говоря, это интернет-магазин «Сёма». Шведские стенки там продают. Этот комплекс называется детский спортивный комплекс «Юный атлет уличный» с двумя качелями. Он идет качели и лесенки. Дополнительно вот эта начинка, вот эта вот лазилка из веревки, канат, груша, вот эти кольца, вот эта штука, вон то кольцо, значит, баскетбольное. Короче, это все дополнительно приобретается. И нам он вышел в районе 19 тысяч. Доставка для нас стоила до Иваново 750 рублей. В общем, он идет напрямую с завода. В общем, я оставлю в описании под видео группу ВКонтакте. Ну, тоже, где я общалась с девушкой, с Настей, с менеджером, очень-очень приятной девушкой. Там очень много отзывов всяких разных, ну, хороших, все хорошие отзывы. В общем, смотрите, что меня смутило. Во-первых, ну, смутило, сейчас скажу, почему смутило. Вот она вкопана в землю. Леша ее собирал сам в течение 2 дней. А все было в упаковках. Упаковки были картонные, в клеенке. Вся фурнитура, инструкция. Ну, в течение 2 дней. Почему? Потому что, во-первых, не целый день. Во-вторых, еще дожди были. Ну, короче, как-то так, да? Вот смотрите, вот здесь вот есть соединение. И вот когда, если качаться на качелях, верхушка немножко ходит ходуном. Ну, качается чуть-чуть. Если вы посмотрите, я специально снимала сегодня, когда они качаются, чтобы видно было. Но низ не качается совершенно. То есть он еще укрепил как-то низ, потому что мы понимали, что детей много может быть. Вот. Но это никак вообще не влияет. Я и с Настей разговаривала. Она говорит, это из-за крепления, ну, потому что вот ничего не сломается. Максимальная нагрузка, ну, вот на качель, на каждую точку 100 килограмм. В общем, мы довольны, девочки, вы сами видите, что и дети довольны, всем все нравится. Вот, так что, если кто-то заинтересовался, здесь можно одну качелю сделать. Не две, а именно вот одна половинка будет, а потом вторая уже пристраивается. А так и будет закончиться на этой вот части. Ну, в общем, перейдите, кому интересно, посмотрите. Я, наверное, 3 дня выбирала, смотрела, потому что есть еще другие комплексы, но вот этот тут мне показался и по цене самый оптимальный, и вообще, ну, и по качеству, по отзывам, там и видео я смотрела. Путин перевел, когда второй раз 20 тысяч, я сразу сказала, все, не будем даже думать ни о каких других подарках, потому что этих денег не было. Ну, я имею в виду, что вот он первый раз 20 тысяч перевел, да, ну, как 20 нам, на каждого ребенка, да, мы выкопали колодец. Мы, значит, получается, колодец нам, грубо говоря, вышел в 10 тысяч. Мы 10 добавили свои и 20 то, что Путин перевел. Когда он второй раз перевел, у нас даже вообще не было, ну, вообще никаких вопросов по поводу того, что, естественно, потратим эти деньги вот на этот комплекс. Вот. И, короче говоря, около 19 тысяч она нам встала. Девочки, я свяжусь с этой Анастасией. Возможно, попрошу какую-нибудь скидочку. Ну, все равно, хоть минимально, хоть на доставку, чтобы было. Я думаю, что это будет мелочь, но приятно, да? Не знаю, пока... А, они в отпуске. Они, по-моему, по 8 августа. По-моему, они в отпуске, не буду врать. Девчонки, знаете, какая ситуация произошла? Сейчас. В общем, вот такая я красотка. Ну, прошу понять и простить, девочки. Потому что, ну да, вчера голова была чистая, сегодня ночью я прямо 10 раз потела, замерзала. В общем, болею, заболела. Ну что? Что хотела сказать? Значит, я написала им туда... изначально, и они мне говорят, 45-50 дней будет доставка вот эта вот. Я говорю, нет, нас это не устраивает, потому что мы физически не успеем. И потом она мне пишет, что говорит, у меня есть один клиент, который зарезервировал и не выходит на связь. И я, девочки, сразу поняла, а везде, вот летом, лето это же сезон, везде вот такие вот сроки доставки, короче, до 2 месяца. И я думаю, ну, если это судьба, значит, это судьба. И она говорит, если он сегодня не выйдет на связь, потому что, говорит, я ему пишу, тогда я оставлю за вами ее. И я в этот же день, она мне пишет, и она мне говорит, что все, он не вышел на связь, есть этот комплекс. В общем, согласны? Я говорю, конечно, согласны. И вот, если кто-то будет заказывать, не бойтесь, деньги приводила, просто тупо переводила деньги на номер счета. Вообще, у меня никаких документов не было, ничего. Она говорит, мы 4 года так работаем. Ну, в общем... Я не переживала, совершенно не переживала, потому что группа ВКонтакте, она достаточно большая, открытая, ну, то есть,
У меня не было никаких сомнений по этому поводу. Плюс у меня уже был на тот момент ее номер телефона, потому что мы обменялись телефонами. Так что не переживайте. Она сразу отправляет, потом звонит и говорит, что ну все, там когда придет. В общем, никаких сложностей с этим не возникло. Все прошло прям гладко. Но я говорю, я как-то узнала 45-50 дней доставка. Все, я говорю, ну все. Я же по другим сайтам посмотрела, что везде все так. Но она должна была быть у нас. Было быть. И она у нас. Так что вот. Слушайте, села, хотела показать. Сделала заказ в Avon. Быстренько покажу. И как раз заказала тушь, которую я все никак не могла заказать, потому что там, блин, необоснованно дорогая цена на нее. Не, ну она же типа люкс, но, в общем, неважно. А, в общем, две вот такие вот туалетные водички Traction. Это заказала Алена. Поэтому... А, она мне разрешила открыть. Слушайте, она мне разрешила открыть и понюхать одну. Поэтому я даже сильно церемониться не буду. Она для себя заказала. Вернее, вторую не знаю, для себя или нет, но я у нее спрашивала. Вот. Ой, девчонки, все тело ломит. И как это, привет с большого бодуна. Нет, я не пила. В общем, ой, ну слушайте, прям такая приятная. Вообще. Я ни разу не видела дизайн этого флакончика. Как тут? Ой. Ну, уже даже пахнет. Сейчас я просто, мне интересно. Ну, сейчас рисковато, но хорошо пахнет. Так, сладенько. Сладенько, терпко, сладко. А, дети идут, погуляли. Может, не зайдут, они на велосипедах. Так, ладно. Детям шампунь вот такой заказала, они сами выбирали. У нас был такой шампунь из этой серии, он мужским пахнет. Мне прям нравится. И долго-долго, вот когда вспотеют, я уже много раз говорила, вспотеют, от волос пахнет хорошо. Но мне показалось, что аллергия на него. Но опять же, может быть, мне просто показалось, поэтому посмотрим еще раз. Так, Вера заказала себе средство... Вот такие вот средства для ног. Вот. И я. Тушь люкс, моя любимая. Девочки, знаете, сколько она мне вышла? Сейчас я вам скажу. А! Тушь 279 рублей. Понимаете, там была акция. Если с какой-то страницы там закажешь, это по 12-му каталогу. Я заказывала прямо в первый день работы каталога. Так что поимейте в виду, что он еще рабочий, этот каталог. 279 рублей. Обычно, ну, я готова была 300 за нее заплатить. Готова была. Но не больше. И, в общем, она вообще классная. Она не осыпается, она как шелковая ложится. Прям тушь крутая. Вот такая вот. Много раз я про нее говорила. И у меня уже... Ой, коробка падает. Подождите. Уже много раз, уже заканчивалось, я водой разбавляла, и все равно красится нормально. Так что хорошая тушь, моя любимая. Из всех тушей вообще, что я пробовала, поверьте, мне как бы немало лет, я много чего пробовала. Что? А что это у тебя за очки? Дай понюхать. Что? Это мне достало. Даша, поносить дала? Угу. А что, это помада? А, помада. Вот шампунь можешь свой понюхать. Давай. Будешь нюхать? Да. Арсения, короче, комары кусали на день рождения. В общем, никого не покусали. Одного Арсения. Обычно Федю кусают. А здесь, короче, одного Арсения. Где Федя? Вот с вами был Дище. Одного Арсения покусали. И вот помада Марк. Жидкая помада. Она классная. Сливовый нюд. Многие меня часто спрашивают. В общем, вот такой вот аппликатор. Что за помада? Ну, сейчас не буду. Я сейчас как бы не особо красивая. В общем, девочки, я довольна. 300 рублей она мне тоже встала. Как бы! Я один раз ее покупала даже за 200, и один раз за 160, но это было давно, по-моему, если две брала. Ну, в этот раз за 300, ну ладно. Так, тут каталог положили, и все, я больше ничего не заказывала. Каталог мне вышел в 10 рублей. Обычно он 39, по-моему, стоит, или 40. Ну, посмотрю что-нибудь. Девочки, кто досмотрел это видео до конца, вернее, точнее, до этого момента, в общем, хочу с вами немножко поговорить, признаться. Наверное, не стоит этого делать, как бы, но я не могу. Не могу не сделать этого. Слушайте, я прям разгулялась. Ну, я прям разгулялась. Такой ветерок хороший, мне жарко все время. Сейчас меня нагуляет что-нибудь. Девочки, мне Sunlight предложил сотрудничество. И я согласилась. Поэтому я хочу быть перед вами честна, откровенна. Будет реклама на моем канале конкретно. Но я же против того, чтобы говорить слово «купила». В обзорах каких-то, да, я говорю, приобрела или там подарили, ну, как получается. Здесь нужно целенаправленно сказать, что я купила. Поэтому будьте благосклонны ко мне. Я думаю, что никто бы не отказался.
от такого предложения заманчивого. Мне они уже предлагали ранее, но там немножко были другие условия. Не немножко, а множко другие условия. А сейчас, видимо, я доросла все-таки, и мне это очень нравится. И мне предложили, да, золото. И я выбрала, девчонки, и завтра пойду покупать. А покупать? Да, действительно покупать. Но это на самом деле... мне и чек дадут, и все, все по-честному. Но просто это как бы... Мне дадут сертификат на определенную сумму денег, и я пойду покупать себе, короче, украшения. Я думаю, что вы меня поймете и порадуете за меня, во-первых. Во-вторых, я много наслышана про этот магазин, я сама там была. Ничего я сама там ни разу не покупала. Но я знаю, что многие говорят, что там плохого качества золота. Я могу поспорить. Могу поспорить, почему? Потому что когда-то давно, еще, наверное, в 2000-х годах, там золото было китайское. И оно было, да, Ньяйс. Это вот я слышала еще историю этого Sunlight, я еще сама немножко углубилась, почитала. Ну а сейчас там полностью российский производитель, и у них и свое производство, и вот Кострома в основном. Кострома у нас недалеко, причем есть и Приволжск, и всякое, ну это вообще вот Ивановская область, да. Поэтому мне интересно самой все увидеть, узнать, посмотреть. Я уже выбрала, я как только увидела кое-что, я сразу прямо обалдела. Так что, девочки, мы с вами пойдем в Sunlight. Я надеюсь, вы за меня порадуетесь. Я надеюсь, мне все понравится, потому что я выбирала через приложение, а уже по факту приду в магазин и буду мерить. Я выбрала кольцо, девчонки, одно, аж в трех размерах, потому что я не знаю свой размер. Там есть размерная сетка, но нужно распечатать ее. В общем, я, короче, вся в предвкушении, завтра пойду. Я, конечно, поэтому очень переживаю, то, что я, короче, так выгляжу, nice, скажем так. Ну, я очень рада. Я очень рада, что мне предложила Sunlight сотрудничество. Это как бы немножечко не Василек, понимаете? Немножечко другой диапазон. А как вы понимаете, что YouTube это все-таки работа. И когда ты достигаешь каких-то там, ну, высот, это, конечно, громко сказано, но все-таки чего-то достигаешь, и рекламодатели обращаются к тебе уже совсем другие. Вот. Раньше можно было соглашаться на все, что угодно, лишь бы вот, потому что... Блин, мухи летают. Потому что... Ну, сами понимаете, да, когда первая реклама или еще что-то, и то я выбирала. Сейчас я уже сама диктую свои условия. Ну, естественно, Sunlight я диктовать не буду условия и не буду говорить, что, блин, нет, я не скажу, что я купила. Понимаете, я постараюсь как-нибудь уйти от этого слова, но если не получится, значит, не получится. Все, на этом все. Сейчас буду детей кормить обедом. Борщ вчера варила дома, привезли сюда борщ. Вчера поели. И сегодня привезли такой красный, насыщенный, кстати, без уксуса, но с томатной пастой. Обычно я с уксусом. Вот, а я по акции в Магните купила как-то томатную пасту хорошую. Ну, акция была хорошая и паста хорошая. И, в общем, он такой яркий, красный, густой у меня получился. Сейчас даже разбавлять буду. Вот, девочки, так что спасибо, что были со мной. Надеюсь на ваше понимание. Все, всем пока. И люблю вас. Пока. Не болейте, мои хорошие, не болейте.